То, мы с вами продолжим Рамбама, введение в Мишну, вторая глава. Но перед тем, как мы начинаем, так как у меня основной темой в этой главе будет пророк, то я хочу прочитать кое-что из другой книги Рамбама же. И вообще сделать микрорекламу. Не обязательно это издание, есть сейчас много изданий, и более новые переводы тоже есть. Есть сборник трудов Рамбама, который включает в себя три введения и три послания. Иногда делают только отдельно три введения или отдельно три послания отдельными томами. То, что меня здесь интересует, мы сейчас, естественно, говорим про введение в Мишну. Но почему я об этом заговорил? Здесь есть еще и введение к первой Мишне 10 главы трактата Санедрин, Перек Хелек. Это считается одной из самых основополагающих тоже работ Рамбама, хотя она и маленькая, но удаленькая. Я вам скажу, что вы... Я надеюсь, что время от времени это читаете и в Сидуре. После молитвы у нас есть 13 принципов веры, которые взяты именно из Рамбама. Я же сказал, это к введению, к комментарию, к первой Мишне, последней главы трактата Санедрин. И там у нас есть 13 принципов. Наизусть вы мне их потом расскажете, не сейчас. Но я не шучу, стоит их знать наизусть. Если ты ошибешься чуть-чуть, слово мне не мешает. Мне важно, чтобы ты смысл их знал и мог объяснить. Шестой и седьмой принципы здесь у меня будут. «Ани маамин баэмуна шлема шеколь диврей навиим эмет». Я верю истинной верой, полной верой, что все слова пророков – истина. И следующий у нас, продолжай. И следующее у нас – «Ани маамин баэмуна шлема». Я верю полной истинной верой, что «Шенуат Моше Рабейну, Алава Шалом». Айта Амитит, что его пророчество было верным, и что он является отцом всех пророков, и тех, кто были до него, и тех, кто после него. 8-9 они тоже немножко косвенно связаны с пророчеством, но, потому что они относятся к Торе, которую передал Моше Рабейну. Но мы сейчас это отставляем в сторону и возвращаемся к нашей теме пророчества. На иврите пророк у меня переводится как? У нас есть несколько слов на самом деле, которые используются для понятия пророк. Наиболее распространенное это нави. И поэтому вторая часть письменной Торы Невиим, пророки, иногда их называют еще Хозе или Цофе. Я сейчас как раз это хочу сказать. Хозе, в принципе, Цофе тоже, менее употребимое, но... Хозе – это тот, кто смотрит. Цофе тоже, который смотрит. Нави, если мы вдумаемся, что такое легави? Легави. Ну, нави, понимать. Легави. 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 Должен знать, Саша. Пророчество. Легави. Андрей, ты тоже должен знать. С точки зрения вашего уровня иврита вы должны знать. Скажите... Мави. Гави? Меви в настоящем. Меви приносит. Легави. Легави приносить. Конечно. Должен знать, без вариантов. Я при вашем уровне вы должны знать. Есть те, кто только начинающие, они могут не знать, хотя я думаю, что здесь это позволено, может быть, одному или двоим, не больше. Все остальные должны знать. Поэтому что он, в чем основная суть
пророка. Донести. Прежде всего, он видит пророческим даром то, что Всевышний хочет сказать. А второе, он это, и второе и основное, он это доносит. Он это приносит еврейскому народу. Понятно? Может быть, пророк не еврей? Да. Уверен? Только для еврейского народа нет. Для еврейского народа нет. Да, есть такое правило, которое говорит, что пророк, который для несет это для еврейского народа, он должен быть евреем. У нас есть один из пророков, который вошел в Танах, хотя он был гер. Это Овадия. И если мы посмотрим на его пророчество, то оно, в частности, направлено на народы, которые окружают Израиль. Понятно? То есть оно важно и для нас, но оно направлено именно для народов других, которые окружают. Но если это пророк из среды другого народа, для другого народа, абсолютно свободно может быть пророк. Бильам – самый яркий пример тому, про которого мы говорим, что он был пророком такого же порядка, как Моше Рабейну. Еще уже пророки. И в нашей второй главе мы поговорим здесь. Рамбам касается это не только в этой книге, он этого касается и в законах царей, в Яда Хазака, в Мишне Тора, он этого касается и в своем философском труде Мурен Невухим, но мы сейчас посмотрим на том уровне, который он нам дает, как введение в понимание Торы письменной и устной. Он говорит, нужно понять, что такое пророк. А что вы сказали, что Билам был пророком таким же, как Моше? Да. Но вот только что мы начали вот урок с 13 месяцев, где сказали, что Моше вершина на всех пророков, нет ему равных. И тут же мы говорим, Билам такой же. Потом, соответственно, спорок, у нас ребята говорят, не, Моше это, Билам был выше, и равнялся ему, так что 13 месяцев ему. Вопрос прекрасный. Как может быть, что мы только что прочитали в седьмом принципе веры, что Моше Рабейну был главой, и круче него не было и не будет. И тут Рав Элияу выдает крамольные мысли, говорит, что они были равными. На самом деле Рамбам, это, я не помню сейчас в каком месте это тоже говорит, но это не совсем моя мысль, но я сейчас объясню. Вопрос замечательный и к месту. Когда мы говорим про Бильама, то потенциал у него был такой же. Вопрос, что сколько Моцартов было? Один. Седер, кроме Моцарта были еще десятки замечательных композиторов и так далее. Но вполне возможно, что такой потенциал, или может даже больший потенциал, был еще у десятков, а может быть и сотен. Если человек получает потенциал, и даже он будет его частично использовать, но не на полную, то результат у нас не будет. Будет какой-то. Если он не использовал вообще, то не будет никакого. Если он даже не научился играть на музыкальных инструментах и не научился музыкальной грамоте, слух у него есть, и он, у него в голове вся эта музыка звучит. Он не может ее донести до других. Играть не умеет, писать не умеет. Все это звучание, все это богатство у него пронеслось в голове и испарилось. И результат ноль. Если он научился играть, то, может быть, что-то он запишет, что-то он не запишет. Может быть, он не запишет, он научился играть, не освоил быструю музыкальную грамоту, быстро записывать. И поэтому он мало чего записал, но другие услышали его, им понравилось, и они взяли, записали. Может быть, такой вариант. Но понятно, что в такой ситуации потери будут гигантские. Потому что сколько запишут? Мало. Часть. Поэтому здесь мы должны очень четко понимать, где у нас граница.
Если я говорю, что если Всевышний говорит в Гумаре, что Бильам, он был такого же уровня, он не имеет в виду, что Бильам был такого же уровня. Он имеет в виду, что у него был такой же потенциал. В частности, Рамбам это подчеркивает, что чтобы не было ситуации, что не еврей скажет: ну понятно, вам дали Моше Рабейну. Вы получили Моше Рабейну, вы стали такими, как вы стали. А мы не получили своего Моше Рабейну. Поэтому как можно от нас ожидать, что мы будем хорошими, будем соблюдающими? Нельзя. Всевышний говорит: и вам я дал такого же. Но он не такой. Он владеет. Извини меня, вопрос сейчас, когда ты получаешь определенный потенциал, на что ты его направляешь? Почти все злодеи были гениями. И? Что, теперь мы скажем, что они не гении из-за того, что они злодеи? Они гении. Но мы должны знать, что это он свой гений направил на зло. Это не отменяет, что он гений. И я могу говорить, что он гений, но при этом отношение к нему будет как к злодею. Я не буду говорить: ну, он же гений, поэтому я закрою глаза на то, что он злодей. Ну, просто по логике нереализованный потенциал не равен тому уровню, который реализован. Согласен. Поэтому в одном месте мы говорим, что он такой же, когда мы говорим про потенциал, а в другом месте, то, что я прочитал в седьмом принципе, мы говорим, не было никого такого уровня ни до, ни после. Потому что получить такой потенциал и реализовать его никто, и в том числе Бильам, даже рядом не стоял. Пророком он был. Коротко только. Скажи, что и после даже, да, не, ну, не вообще. Это я сказал? Нет, ну, в принципе, ну, то, что и вопрос у меня такой, что так получается, что и не будет получать такого отношения никогда, даже, ну, как мы там жив, придет, то есть, ну, неужели так? Ну, то есть, никто не будет с таким потенциалом, как Муше, никто не сможет такого уровня дойти в будущем. Смотри. Все, потому что такое родилось. Если ты хочешь поспорить с Рамбамом, и ты считаешь, что у тебя есть аргументация, это в Торе не написано. Нет. Это принцип, который сформулирован не в Танахе, он сформулировал не в Мишне и не в Гмаре. Формулировка эта взята на основе Мишны и Гмары, но сформулирована она как? Нет. На могиле у Рамбама написано: ми Моше ве ад Моше ло яке Моше. От какого Моше? От Моше. До? Моше. Рамбама. Не было как Моше. Хороший вопрос, кто здесь подразумевается. Но мы сейчас не будем вдаваться с точки зрения потенциала. Вопрос потенциала чего? Чтобы достичь такого уровня. Секундочку. Никто не сможет. Секундочку. Зачем? Как зачем? Моше Рабейну должен был достичь этого уровня, чтобы была возможность дать Тору. Тору дали. Сейчас для чего должен быть еще человек, у которого такой уровень? Ну, у нас же были потом тоже проблемы. Я приведу тебе другой пример. Секундочку. И после этого примера мы должны начать, потому что 15 минут для введения, хотя это было очень важно мне сказать, но это много. Есть мидраш, очень смешной, про Моше Рабейну, который сказал: Всевышний, покажи мне, как в будущих поколениях будут учить Тору. И его взяли, посадили на последнюю парту. Кто вел занятия? Рабби Акива, это мидраш, это не я придумал сейчас рассказ. На занятия у Рабби Акивы, у которого были десятки тысяч учеников. 24 тысячи, которые погибли, да?
Значит, и он сидит на последней парте, на галерке. Да, 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 да. И кто у нас сидит на галерке? Это не про тебя, Степан, но тем не менее. Обычно двоечники сидят. Обычно на галерке сидят те, кто мало чего понимает и мало чем интересуется. Интересоваться может быть больше, понимает обычно мало. И поэтому прячется за спины других. Это в сегодняшнем мире, в мире Мишны. Мы знаем, что лучше был очень строгий порядок. Кто более сильный, кто более лучший, он садится в более первые ряды, более правые и так далее. Там был целый ряд принципов, по которым они рассаживались. Не рассаживались, а мне удобно здесь сидеть, здесь меньше дует. По этому принципу никто не рассаживался. Сэнер? И сидит Моше Рабейну. И слушает то, что говорит Раби Акива. Чему учил Раби Акива? Он объяснял коронки тагим. У букв в Торе есть коронки. Есть иногда одна риска, две риски, три риски. У разных букв есть определенные правила, когда они есть, когда нет. Что происходит, если нет этой буквы, этой коронки, она кошерна, не кошерна и так далее. И Моше Рабейну сказано, слушает и ничего не понимает. Сидит на галерке, не просто так. Сидит и ничего не понимает. Говорит, Всевышний, и ты передал Тору через меня. Это мне рассказывал. У тебя есть Раби Акива, и ты передаешь Тору через меня. Потом, Раби, а откуда мы это знаем? От вашей рабы. На что ему было отвечено, Аллаха ли Моше ми Синай? Это было сказано Моше на Синае. И написано в Мидраше, и тут Моше Рабейну успокоился. Почему? Он же не понял, но я такого не говорил. Секундочку. Потому что он понял, что даже когда Тора развивается, это все черпает, вычерпано из одного источника, из того, что он передал. Сэна? И там же звучат еще, когда он обращается к Всевышнему, как же? Ведь есть у тебя такой потенциал, он говорит, так я решил. Так я решил. Снова-таки, там нет объяснения. Но Раби Акива, он в значительной степени для нас является отцом устной Торы. Практически вся устная Тора, которую мы получили от Раби Акива, который был сын Геров. Ни больше, ни меньше. Мы получили почти всю устную Тору, но он не придумал ее. Он смог ее переработать и передать ученикам в такой форме, что это, и его ученики уже сформулировали в такой форме, что она получилась органично выстроена, и мы смогли это получить. Поэтому потенциал у каждого человека, есть свой потенциал. У одного человека потенциал написать оперу или написать симфонию. А у другого человека будет потенциал сыграть эту симфонию так, что автор и подумать не мог, что это будет так круто. Поэтому потенциалы Всевышний каждому дает, те, которые подходят ему. Будут ли более крутые потенциалы? Может быть, будут. Они будут просто направлены на другое. Тора уже получена. Не нужен еще один человек, который будет давать Тору, когда она уже дана. Об этом идет речь. И поэтому не будет никого подобного ему. Из-за того, что Тора, которую он должен был передать, она одна. У тебя нет 10 Тор, и сейчас передали через него. Сейчас нужен потенциал еще одного, чтобы передать другую Тору. Тора это одна. А? По цене одной, все нормально. Ладно.
И сейчас мы начнем непосредственно продвигаться по второй главе. Знай, что пророческий дар не может быть помочь при исследовании Торы и при выявлении многочисленных ответов, ответвлений от основных законов с помощью 13 правил. И Йошуа и Пинхас при исследовании текста и составлении силлогизмов поступали так же, как раввина и рав Аши. Кто такой раввина и рав Аши? Дальше мы это будем более подробно. Это те, кто в бейт-мидраше которых был завершен Талмуд. Последние редакторы, точнее, ну, они говорили главами бейт-мидраша, в которой была сделана последняя редакция Талмуда. Вавилонского. И когда мы с вами здесь говорим, пророк, что важнее, пророчество или Аллаха? Исходя из того предложения, которое я сказал, пророк не может помочь при продвижении Аллахи. С другой стороны, Степа, который со мной это уже учил, а может и не только со мной, с Пинхасом еще, по-моему, вы учили. Это я один раз с вами давал только. И то, по-моему, не до конца мы дошли. Мне кажется, пару раз мы это обсуждали. Да? Не, вы еще один раз это, по-моему, с Пинхасом учили. Пророк, он не может помочь в изучении. Но у пророка есть полномочия отодвигать. Что, как, мы немножко позже скажем. Сэна? Если сейчас учат, то учить нужно с помощью логики и с помощью правил, которые даны на горе Синай. А ты не можешь, сейчас пророк придет и скажет, а мне Всевышний сказал, что нужно так учить. Это не работает. Учеба идет только так, как мы получили на горе Синай через Моше Рабейну. И никак по-другому. Объяснить мы не можем, но изменить пророк их тоже не может. Отодвинуть он сможет, это мы потом поговорим. Но он не сможет их изменить. Он не может прийти и сказать, Моше Рабейну сказал так, а мне, через меня Всевышний сказал по-другому. Не работает. Аллаха, она в этом отношении намного круче, чем пророчество. И Аллаху выучить может любой из вас. И стать в этом отношении более крутым, чем пророк. Сложно? Очень. Можно? Любой из вас это может сделать. Цена? И он говорит, однако клянусь жизнью, одно из важнейших и незыблемых начал, на которое опирается все здание закона, вся система еврейской религии утверждает преимущество пророка над другими людьми, и регулирует его деятельность в отношении предписаний Торы. И поэтому, говорит, предвижу необходимость объяснить упомянутое начало. Но это возможно только после того, как мы выясним, какой пророк у нас настоящий, а какой поддельный, лже. И до этого дойдем. И он говорит, что и здесь было у нас неоднократно, что даже не массы простонародья, но и выдающиеся люди ошибались. Под выдающимися людьми он здесь понимает Эмунот Ведоот рав Саадия Гаона, где есть несколько моментов, которые очень противоречат именно по отношению к пророкам с тем, что говорит Рамбам. Сэна? По их мнению, утверждение человека, что он удостоился пророческого откровения, станет достоверным, лишь если он совершит чудо, подобное одному из чудес Моше. Моше делал чудеса? Да. Какие? Палкой, с посохом своим. Посохом, что еще? Воду извлекал из скалы. Воду из скалы извлекал. Воду, снова-таки посохом. Ну, что еще? Рука у него. Рука. Море, может быть. Он еще перепелов привлек. Перепелов, ман, можно было сказать, казни египетские. Это он просто говорит, это все через него. Тоже годится.
Ну, в данном случае через него есть казни, где делал Аарон, а есть казни, где Аарон не участвовал. И поэтому все воспринимали, что когда говорили чудо, кто сказал? Он же просто приходил и говорил. И говорил, что сейчас будет так-то. И происходило так-то. Согласен, что делал не он. Никакие чудеса человек не делает. Все чудеса делает только Всевышний. Вопрос сейчас в другом. В тот, то, что здесь Рамбам подчеркивает, что некоторые думают, что мы относиться будем к пророку как к пророку, только если он скажет, что вот сейчас будет чудо, и произошло чудо. А это не является критерием, говорит Рамбам. Мы на чудеса не полагаемся. Нет, не, я такого не говорил. Если он сумеет изменить то, что в мире считается естественным, как сделал Ильяу, когда вернул к жизни сына вдовы, или как были знамения, которые делал Илиша, и оживление в том числе, он говорит Рамбам, это начало неверно. Чудеса, которые они творили, и Ильяу, и Илиша, все эти чудеса, они были не для подтверждения истинности, а уже когда они давным-давно были известными пророками. Еще с Корохом было чудо. С Корохом земля. Беседа. Они совершали выше упомянутые чудеса из-за необходимости в них. Так как были достойны близости Всевышнего, он исполнял их желания. Понятно? Что последнее Андрей сказал? Земля открыла, развезла свои уста и поглотила Короха и всех, кто с ним. 200 человек. Не написано там число. Не-не-не, 250 человек, это которых сжег огонь. Это его компания, но да, это с совками. Не написано, сколько человек было с Корохом и с Датаном и Авирамом, которые были проглочены землей. Не написано там количество людей. Но совки-то взяли. Совки это отдельно. Это из того же рассказа, но две отдельные части. Те, кто были проглочены, и те, кто были сожжены. Сэдэн? Но что говорит тому Моше Рабейну? Всевышний, сделай так, чтобы люди поняли, что это не что-то обыденное. Что они вдруг взяли и умерли. Сделай так, чтобы все увидели, что это... Что это сделал Всевышний, что это что-то, выходящее за рамки. Это то, что он просит. Он просит, Всевышний делает. Всевышний делает. Цена? Такую функцию приобрести. Как такую функцию приобрести? Я только что сказали. Так как они были достойны близости Всевышнего. Стань достойным близости Всевышнего, и Всевышний будет отвечать на все твои молитвы. Алла. Да. Прямо на все? Да. Не, а Моше же на все молитвы отвечал. На все. Нет, он просил землю Израиля. Не ответил. И это у нас глава Вайтханан. Сказано, что он 515 раз просил Всевышнего, чтобы он пустил его в землю Израиля. А он может сказать нет. И Всевышний ему сказал: нет, не буду. Не войдешь. Перестань. Потому что если попросишь еще раз, я вынужден буду сделать то, что ты просишь. Но это будет хуже для всех. Да, но он еще бы не сделал, чтобы... Идола ему сделал. Идола сделал. Объяснение Мидраш не дает. Можно продолжить. Может быть, из-за того, что из-за него сделают идола. Может быть, из-за того... есть такое объяснение. Есть объяснение, которое говорит, что если они войдут с ним, то они войдут чудесным образом, и тогда евреи не поймут, что нужно работать над собой. В итоге, с точки зрения поколений, это нанесет им ущерб, который невозможно будет восполнить. Что если он войдет, то он должен построить сразу храм, а еврейский народ к этому еще не готов. И если построить сразу храм, то это подведет весь еврейский народ под такое наказание, которое они вынести не смогут. Поэтому Мидраш не случайно говорит, Моше Рабейну получил ответ.
перестань молиться, потому что если еще раз помолишься, сделаем. Это была угроза, которую он получил. Страшная. Правда? Он сразу перестал просить. Но Всевышний все-таки показал ему, да, что... Показал ему. Он ему показал, но он его не пустил. Поэтому, да, Всевышний делает молитвы. Отвечает на молитвы. Отвечает так или не так. Сейчас дождей нету. Есть интересный мидраш в первой главе, в середине первой главы трактата Таанит. Про Хони Амеагель. Хони, делающий круг. Почему его так назвали? Что к нему как-то пришли, попросили, говорили, ты как перед Всевышним, все, что его попросишь, он делает. И он пришел и начал просить дождь. Сказал, я не сдвинусь с этого места, пока не пойдет дождь. И пошли легкие капельки. Говорит, не то. Говорит, я просил дождь. Потом все осознал в гору подняли. И пошел страшный ливень. Он сказал, я просил дождь. И пошел дождь. И он шел. Пока там к нему не прибежали, сказали, мы уже там, да, залезли на горы, так все пойдет. Он говорит, ну нельзя просить отменить браху, благословение. Ему говорят, ну мы не можем. Он сказал, Всевышний, твои дети не могут устоять перед тем добром, которое ты делаешь. Прими, так сказать, в расчет их положение. И после этого дождь прекратился. Человек, который близкий к Всевышнему, если он просит, то это имеет силу, которую очень тяжело описать. Как понять, на каком ты уровне? Ты не должен понимать этого. Ты должен стремиться быть на более высоком уровне. Тебе совершенно не важно, ты находишься сейчас на уровне первом, 101-м, миллионном или миллиардном. Роли не играют. Твоя задача продолжать приближаться к Всевышнему и продолжать внести его добро в этом мире. На каком уровне? Всевышний знает. Тебе это дело десятое. Ты же не на соревновании. Хочется удостоиться. Соревнование – это греческое понятие, не совсем наше. Мне кажется, человек в изучении должен всегда считать, что он изучил мало. Потому что иначе пришел какие-то проблемы. Да, когда Рав Кука спросили, сколько ты выучил Талмуда? Он говорит, половину. Ну, так по какой половине тебя экзаменовать? По какой хотите, по такой экзаменуйте. Цена? Да. Ладно, и мы продолжаем. На самом деле достоверность пророческого откровения определяется тем, что я расскажу далее. Предварительно замечу, что из основ нашего учения о пророках, которое я изложу сейчас, можно заключить следующее. Те, кто утверждает, что удостоились пророческого откровения, делятся на две основные группы. Пророчащие от имени объекта языческого поклонения и пророчащие от имени Всевышнего. Подразделением потом, эти группы тоже будут еще делиться. Но прежде всего, те, кто от объекта поклонения, какой-нибудь там, не знаю, Сатурн. Как будет по-английски день Сатурна? Суббота. Saturday. Saturday. Правильно. Там же все дни по названиям планет. Сэна? Что такое Sunday тогда? Солнце, Луны и пять планет. Меркурий. Тур. Тюр. Один. Космонавт. Один. Один. Ты имеешь в виду, как на латыни это будет? На латыни это будет Марс. А, нет, не Марс, Юпитер. Юпитер, извини. А? Это Тор, это Марс. Фрея. Фрея, она же Венера, если по латыни. Что? Все плохо? А, то есть там, подождите,
там и скандинавские, и римские, получается, сошлись по одному. Нет, там названия чисто скандинавские. А, чисто скандинавские? Просто я вам дал параллели римские. Потому что Тюр, Тор, Один, Фрея, они менее известны. А мы читали грузинские дни недели, и вот объясняли, что там шаббат, плюс это у них там шаббати, там все в шаббат чуть ли не. У кого? У грузин. Почему так? И да, суббота на грузинском будет шаббати. И? Ну там все как бы от шаббата, она что-то отталкивается, еще грузины евреи, что ли, что-то. Грузины – это христиане, которые христианство приняли на 500 лет раньше или на 400 лет раньше, чем Россия. И у них это отложилось в культуре. Но христианство не еврей, не иудаизм. Ну, в русском языке это тоже суббота называется. От шаббата. Ну, как, ну там не прям вообще… Седер, я не спорю. Это не странно, это странный факт. Седер. То. И если мы говорим про тех, кто говорит от имени языческого объекта поклонения, снова-таки это могут быть планеты или солнце, луна, это могут быть дуб, это может быть камень, это может быть какое-нибудь явление или какой-нибудь предмет. К первой можно причислить тот, кто объявит себя пророком и скажет: «Дух той или иной звезды осенил меня и сказала мне звезда: служи мне, совершая что-либо, или взывай ко мне так-то и так-то». Или же он будет провозглашать по поводу идола или талисмана: «Он открыл мне, как пророку, нечто, и сообщил о чем-то, и повелел мне призвать других к служению таким-то образом». Так работали пророки Бааля и Ашеры, которые были самые распространенные, и мы видим Элияу Анави на горе Кармель сражается именно с ними. К второй группе относятся те, кто говорят: «Было мне пророческое видение от Всевышнего». Но и здесь может быть два разных момента, разные моменты. Может быть, он скажет, это вторая подгруппа язычников. Они говорят: «Всевышний мне сказал, что нужно служить этому объекту». Есть такие лжепророки, которые будут говорить: мне это не дух звезды сказал, мне это Всевышний сказал. Но Всевышний мне сказал, что я должен служить этому объекту. Я должен поклоняться этой святой роще, этому духу и так далее, или этому явлению. И опишет один из видов ритуалов или служений, принятых людьми этого круга, как это установлено Торой. Такой объект, такой человек тоже считается пророчащим от имени языческого объекта поклонения. Ибо это определенно будет, определение можно отнести к обеим группам пророков, утверждающим, что сам объект поклонения повелел им служить, или утверждающим, что Всевышний повелел служить этому объекту. Если мы услышим одно из таких утверждений, и у нас будут свидетели, то, что мы говорим такому человеку? Лжепророк. Лжепророк – это мало? Душить. Какая улыбочка. Смерть через удушение. Кто душит? Одно из важных правил. Свидетель. Казнь делает свидетель. Понятие палача у еврейского народа никогда не было. Более того, было такое понятие, что если был меч, которым одна из видов казни, саев, меч, этот меч должны были хоронить. Не было меча для казней. Он, грубо говоря, должен был быть одноразовым. И, соответственно, все предметы, которые должны были участвовать там, в удушении, или в сожжении, или в забивании камнями, их хранили. А гильотина? Это к Марии Антуанетте, пожалуйста. А куда ее? Хоронили, не гильотина? А? Хоронили гильотина? У нас не было гильотины. Ай, жалко. Согласен. У нас много чего не было.
ни гильотины, ни испанских сапогов, не развитые. И бычка такого, знаете, бычка еще такого? Золотого тельца. И кола не было еще. Нет, бычка кола еще не было. Да, и молдавского кола, на который садили, не было. Нет, был такой бычок, в которого садили, а потом поджигали этого бычка, такой металлический, прям человек заживо сгорал. Это в Междуречье. Тоже, ну, да? Я говорю, у других такая фантазия, такой полет мысли, столько у нас изящная, в этом. А у евреев еще изящная. Капелька вот раскаленного свинца. Раскаленная, это вообще изящная просто такая. Ну а что, делать аутодафы, обкладывать его хворостом и смотреть? Это грубо. Вулкан. А? Не, надо сразу так. Оп! Опс, и все. Вулкан кинуть. Все, что ты говоришь, сверху записывается. Ты учти. Вулкан. Ты уверен, что ты хочешь все это? Тогда зачем это говорить? А на небесах есть бухгалтерия? Да. Все записывается. А кто же уже говорит на небесах бухгалтерия? И написано у нас в книге Дворим, а пророк тот или сновидец, тот смерти должен быть предан. Мы не склонимся к его утверждению и не будем просить у него никаких знамений. Даже если он их сможет предоставить. Он будет делать самые чудесные, дивные чудеса. Что мы скажем? Удушение. Все не то. Все не то. И не вызовут у нас благосклонности эти чудеса. Почему? Потому что египетские жрецы тоже. Как и египетские жрецы тоже. Написано в книге Дворим, ибо испытывает вас Бог всесильный ваш. Мы должны знать, что есть вещи, которые не меняются. И доводы разума, опровергающие его утверждения, убедительнее довода в виде чудес, увиденных собственными глазами. Ибо люди разумные уже твердо убедились, что следует возвеличить и служить только единому Богу, который наделил бытием все существующее и которому одному присуща полнота всех качеств. Но если мы говорим про тех, кто будут пророчествовать от имени Всевышнего, их тоже будут разделять на две группы. Какие две группы? Одна группа – это те, кто будут взывать к Нему и побуждать служить Ему, и скажет, что Всевышний ко всем указанным в Торе заповедям добавил еще одну или отменил какую-нибудь. Нельзя говорить. Отменить можно. Отменить нельзя и добавить нельзя. Не получится ничего. Временно, правда. И поэтому, если этот пророк скажет, Всевышний расширил рамки или сузил их, в любом случае мы говорим, что это не работает. К примеру, он здесь... Орла. Все помнят, что такое орла? Да. Кто не помнит? Кто не видит, руки выйдет. Орла – это закон, который нам Денис сейчас объяснит. 3 года плоды не есть. Орла. У нового дерева 3 года не есть. У дерева первые 3 года нельзя кушать плоды. А еще у Брития это тоже орла? Я надеюсь, что это кушать ты не собирался. Анекдот же знаешь? Да, я знаю, только я забыл. По поводу свечек. Про свечки. Их несколько. Приходит надзирающий орган в синагогу, говорит, так, я смотрю, у вас тут свечки есть. А что вы делаете с остатками свечек? А ну-ка быстро. Он говорит, отправляем на фабрику. И они присылают нам новые свечки. Ну ладно, говорит, так. Маца. Крошки остаются, что с ними делаете? Собираем и отправляем на фабрику. И присылают новую. Стул для бритмелу делаете. И что вы делаете с... Собираем. Кашу. И посылаем, и нам присылают вот таких, как... Не, вы знаете, такой вас прислали. Вот вас прислали, да. Вы знаете, как в России говорят, что евреи, когда делают обрезание, они кидают... С точки зрения Аллахи, это обязаны похоронить в земле. Нет, кидают
в суп или в кашу, кто найдет, короче, тот и... Еще раз повторяю, с точки зрения Аллахи обязаны это похоронить. Поэтому... В землю, конечно. Поэтому изначально у каждого моэля есть с собой коробочка с землей, и он кидает туда, потом идет и в землю. Что, по всему Израилю загородены бритмилы? Да. Так мы ходим-то. И? Они уже сгнили. То можно продолжить? Нет. И говорит, если кто-то сказал, орла только 2 года, мне Всевышний открылся и сказал, или орла 4 года. Нет, не надо. Души сразу. Да-да-да. Это лжепророк. Да, он говорит от имени Всевышнего, он говорит делать заповеди для Всевышнего. Он сейчас меняет это, он становится лжепророком. Он добавляет, кто это? Добавляет или убавляет. И он говорит, например, еще один приводит пример, написано «Отсеки ладонь ее, не жалей ее». Помните такой? Отсеки ладонь. Да, это если взялась. Взялась. За не то место. Если женщина видит, что мужа ее бьют, и она пытается разнимать, и она, чтобы разнять, схватила того, кто бьет ее мужа, забрит. То все, грандец ее. То написано, что отсеки ладонь ее, не жалей ее. Что это значит? И придет пророк и скажет, написано отсеки, рубите. А мы знаем, что там объясняется. Отсечется от народа. Она не отсечется от народа, она должна будет заплатить штраф за то, что его опозорил. А то, что ее бьют, это мужа. М? То, что мужа бьют. Это другой вопрос. Это отдельный вопрос. То, что она его сейчас опозорила, это отдельный вопрос. А если этого никто не видел, что она забритого сходила? М? Если никто этого не видел. Если никто этого не видел, то, грубо говоря, это еще доказать надо. Естественно, что суд не придет и скажет так. Вася сказал, что его схватили. Посмотрите, отпечатки пальцев можете снять. Так, отпечатки я скажу чего, но не сейчас. Если человек пытался изменить одну из этих заповедей, то мы говорим, он лжепророк. И не вызовут у нас снова благосклонности ни чудеса, ни знамения. Ибо пророк, который поразил всех пришедших дивностью совершаемых чудес, утверждал иное. Моше Рабейну сделал чудес больше, чем кто-либо когда-нибудь может сделать, но снова-таки он это делал не для подтверждения, а это проявление того, что он уже пророк. Понятно? Секундочку. И Всевышний поручился и поверят также в тебя после перехода через море. И Моше ранее сообщил нам от имени Всевышнего, что за данной Синае заповедь не последует другая. И это ответ, почему не должно быть такого же уровня пророка. Уже Всевышний сказал, это Тора. А есть у нас Тора Хадаш. Есть такое. Что? Тора Хадаш. Что такое Тора Хадаш? Новая Тора. Есть новая Тора. Это у кого такое наше. У кого у нас такое есть? Хорошо. Хорошо, покажи. Получается, пророк, что получается пророк Камбич, что ли? Вот ребята, я хочу закончить абзац. Мы не закончим сейчас эту тему, но я хочу закончить лжепророками, чтобы в следующий раз мы сразу же начали про пророков, которые настоящие, как их узнавать, что они должны, как они подтверждаются и так далее. Давайте закончим всю тему лжепророков
буквально пару минут не надо. Цены? И было сказано, и были слова его, но очень близко к тебе слово это в устах твоих, оно и в сердце твоем. То есть через Тору нам сказано, что Тора, которая у нас есть, она уже в устах наших. Весь материал уже есть. Все силлогизмы, вы помните, что мы называем силлогизмом, да, Денис? Чего? Силлогизмы – это 13 принципов толкования Торы Раби Ишмаэля, которые у нас перед нами. Седан? По-гречески это обзывается силлогизмом. А, согласен. Ладненько. И поэтому у нас есть Тора исходная, у нас есть каким образом выводить. Мы знаем, как получить результат. Это сложный процесс, длинный процесс. Мы должны учитывать все, и иногда мы можем вытащить только какой-то отрывок из Тора, а другой, он тоже повлияет. Поэтому недостаточно знать только одну точечку. Мы должны видеть всю картину и выводить Аллаху. Есть раввины, которые именно, у них знания очень обширные, и они выводят новые постановления в новых ситуациях. Они прибавляют к Торе? Нет. Они берут Тору и с помощью инструментов Торы говорят, как в этой ситуации Тора говорит. Цена? И поэтому нас Всевышний уже предостерег, написано в книге Дворим, 13, первый пасук. Не прибавляй к этому ничего, и не убавляй, и ничего не убавляет этого. И поэтому в трактате Шаббат на 104 листе сказали, ни один пророк не имеет права на нововведение. А поскольку из утверждения лжепророка мы узнали, что Всевышний ему предписывает то, чего он не говорил, то он заслуживает смерти. Как написано, но пророк, который злонамеренно будет говорить от имени моего, то, что я ему не велел говорить, умереть должен пророк такой. И дальше мы с вами поговорим про вторую группу, что ее характеризует, как мы удостоверимся и какие вопросы. Я не уверен, что мы закончим в следующий раз эту главу, она достаточно длинная, но, по крайней мере, мы продвинемся и определимся с точки зрения того, кто у нас действительно пророк.